интернет-магазине онлайн Trade.ru был куплен аккумулятор для видеорегистратора Intega HD290 для, соответственно, смены основному кастовому аккумулятору, который поставлялся непосредственно с упаковки. Так, что из себя представляет батарея аккумуляторная? То есть изготавливает Liberty Project, то есть на основной упаковке. Так, на обратной, то есть на русском языке написано. Так, ну и срок изготовления 11.2016 года. Данный аккумулятор произведен. Так, и номинальная емкость данного аккумулятора, соответственно, 1100 миллиампер час. Так, что примечательно, то есть батареи можно, аккумулятор можно достать, соответственно, без нарушения целостности упаковки. Вот он так вот достается. Так, внутри нету никакой инструкции. Сам аккумулятор, инструкция, соответственно, размещена на обратной стороне. Так, на лицевой стороне показана фирма-изготовитель. То есть, ну, это тот же самый тип аккумулятора BL5C. Только на 1100 миллиампер час. То есть изготавливает данная фирма. Так, ну а на обратной стороне, соответственно, написан тип. Ну и информация о том, чтобы у нас зарегистрирован Ростесте. То есть нельзя выкидывать, то есть она в дальнейшем будет утилизироваться. Так, ну и что примечательно, то есть вот на контактах, соответственно, не было никакой защиты, ну имеется в виду в виде пленки. То есть она вот в таком виде открытом и поставляется. Ну что характеризует, соответственно, класс производителя. На подобной тоже аккумуляторной батарее Nokia, то есть защитная пленка, соответственно, стояла. Так, ну и давайте проверим действие. Также мы вставили видеорегистратор. Соответственно, данный аккумулятор подходит к данному типу видеорегистратора. То есть и все успешно работает. Так, ну и вот что все представляет комплект поставки. Аккумулятора данной фирмы. То есть и совместимое устройство с этим аккумулятором достаточно хорошо и успешно работает. Что было продемонстрировано в видео. Так что всем, кому есть необходимость заменить, заменяем. Всем удачи!